Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал серебряную медаль на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции, Париже. Спортсмен, выступавший в весовой категории 58 кг, в финале уступил представителю Южной Кореи Тай Джун Парку и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Отметим, что в первом раунде азербайджанский боец получил серьезную травму ноги, но все же продолжил борьбу, проиграв в итоге 0-9. Во втором раунде при счете 13-1 в пользу соперника Магомедов уже не смог продолжать поединок. Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Гашима Магомедова в связи с успешным участием в Олимпийских играх. «Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на летних Олимпийских играх в Париже тхэквондиста Гашима Магомедова. Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе. Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых достижений», — говорится в публикации.